Сегодня приготовим очень сочные и вкусные блюда из кабачка и фарша. У кабачка удаляем плодоножку и нарезаем длинными пластинами. Фарш можно использовать любой. К нему отправляем мелко нарезанную луковицу, соль и смесь перцев и тщательно вымешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем, чередуя фарш и кабачок. Кабачок слегка присаливаем. Сверху поливаем перетертым помидором. Я предварительно посолила и добавила щепотку сахара. Также можно использовать уже готовый томатный соус. Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 40-45 минут. Получается очень вкусное и сочное блюдо. Готовится очень просто, но превосходит все ожидания. Всем советую приготовить.